блин, взяли. Все, опоздал, ёпты. Хочешь, хочешь снайперка, Сдоник? Да. На тебе нет. Да стой, стой. Да не, не надо. Я этот, врач. Дай ему магазин подержать. Может, Паше дать? Не надо мне. Подержать. Что, магазин. Видишь, Паш, вообще не вещит. Надо было чуть-чуть попозже поставить. Давай, иди сюда, Сдоник. А, ты не я поставил хотел... время, 4 часа. Я 18 поставил. Оно не работает. А мне кажется, кое-кто, ворон, не умеет правильно делать description. А он тут среди нас присутствует? Да, нет. Наверное, он за осенник. Да, он за против. Да. Я ж так понял, вот этот скин, это же не давай. Дефолтный. Че говоришь? Я. Вот этот скин, это персонаж к этому прикреплен. Че так неперсонально заходишь в дом? Вот, а выбрать нельзя я такое. Я думал, что ты убитый наверху. Почему? Лежал, можно потому что я по окну да? Работал, где ты торчал. Можно. Мне показалось, что да, я это... что я не видел. Я бежал жители... тебя добивать радостно. А? Нет, нет, даже есть красных звездцы, типа. Ну, показалось, ополчение. Значит, такое было. Вот. Ну с такими усами надо поискать. О, Семёныч, ёпт. Лесной житель, мне так нравится это обозначение. Эльф нафиг. Давай усы сбей. А в УАЗике что-то есть? Не, ничего. Чё там нет? Лада седан. Баклажан. Ты там где? Чё, нельзя что ли? Выкидываешь. Кибик. Задавлен нахуй. Паша снайперку пусть идет уже маслит там. Я пока дойду, уже мы все умрем. Не, ладно, кочега. Это уже истерия, да? Такое, знаешь. Что-то едет. Это враг, враг, готовьтесь. Быстро, быстро, приготовились. Так, а чем стрелять никогда? Сейчас привезу. Что-то куда-то он не туда. Ну-ка подвинься. Что этих Паш? Нет, Паш. Надо починить все ружья и вот в такие миски надо влезть. Чтобы в смысле, они... чтобы они урон давали. Ах, Акбар! Какие? Ну, винтовки, знаете, это винчестеры всякие, да, там, которые там. А, для... автоматы? Дробовики. А. Он Прайс, игнорит блин, нас? Не упал. Хватит. Людей. Че, где-то? Мы тебя не видим, должны страдать. Он... Ты псих. И куда ты? Разверну. Вот тут снаряжение течет. УРПГ. Не трожь. Я возьму. Не, я не буду брать. А зачем нам... А, это я думал бомб. Че, не будете брать РПГ, серьезно? Бери, бери. Блин, дайте я рожки скину обратно, что-то много набрал. Рожки? Это тут оружие? Еще два снаряда на РПГ. А это магазины. Так, у меня перевес. Надо, чтобы кто-то, Паша, понес мои вещи. Твои рожки? Мороженка, мороженка. Мороженка.
Паша, на, тащи мое оружие. В смысле? Ну, в смысле, мне тяжело, я с РПГ буду, потом подойдем поближе. Нормально запряг, Паша. Я так подумал. Просто рожки носи, окей. Так будешь... Господи, рожки. Рожки. Магазин, магазин. Оружие дай. Какое? Моё. Все мое. А магазины оставь себе. Вот эти два снаряда. Все. УГшку отдай. Паша, ты что сломал? Не-не-не. Тебе что отдать? УГшку. ВЛ или В? УГ, УГ. Там ты УГ. Кто-то в команде стекло разбил, может, то нет. Так, все? Бери, да. И магазины. И мне некуда, у меня граната. Это... Давай я гранаты возьму. Мои гранаты. Бля, нет гранат. Ложись! Минус одна граната. Воу-воу-воу-воу, пацана. Шеф, до зари. Гранат больше нет? Да. Не. А у нас кинется. У нас плав средства. Отлично, быстро. Паша, у тебя еще есть в городе с названием Заря. Что есть? С названием Заря есть что-нибудь в городе? Сразу не приходит на ум ничего. Сразу что? Не в России. Ты не в России живешь, что ли? В Китае. Паша уже ощущается. Я думаю, что такое Китай? Отобранные территории, да? Ты что, вас реально там много китайцев? Да нет. Что, да, ты же в Владивостоке. АВ должно быть много китайцев. В Владивостоке много китайцев, да. Они уже такой, да, типа, ну, типа, не насильственную экспансию делают. Уже у них салоны красоты открываются, свои там, свои, короче, маленькие такие городки. Китай, городки, да. Свои рестораны, свои там парикмахерские, свои бани. Для своих? Свое. Для своих? Нет, туда русские ходят с удовольствием, что там в два раза дешевле. Что, уже оккупируют, да, типа? Потом случайно свои военные части откроют, ну, как бы. Говорят, что Путин подписал же вот на последнем этом. А, Медведев ездил в Китай, да, там химзаводов нам построят. Металлургические фабрики китайские. Переименуют вас в Владивосток, понимаете? Ван Кунг Кэй. Я не знаю, я не умею по-китайски. Раздуник, китайцы стремятся говорить на русском. Да? Да. Это пока их меньше, они... чем русских. Потом будем да, учить. Да, потом будем учить. Да. Они терпеливы. Это им не обидеть. Ну, да. Лично по мне лучше пусть китайцы, чем арабы какие-нибудь и тому подобное. Для меня как-то лучше русские, если... Ну, нет, ну, приходится выбирать между тем и тем, по мне так лучше китайцы. Не, ну китайцы тоже жестокие и беспринципные. Да, на самом деле. Да и нет, это понятно. Не любят чужих тоже, так же, как и арабы. Они вообще расисты, китайцы, на самом деле. Это они могут тебе улыбаться, типа, говорить, что это, ну, да я знаю, что они все такие, на самом деле думают, это, когда уже они начнут сжигать нас в эти... Да-да. А тебе-то, Аздоник, живешь в самом Калининграде? Не, мне вообще в этом плане, конечно, да. У меня тут варианта либо Латвия, что, ну, в принципе, возможно, у нас гарнизон в Калининграде больше, чем войск в Латвии. Вот. Именно. И Польша. Ну, тут, конечно, возможно, да, но как бы тоже так. Еще белорусы хотели нас, типа, это... Ну, типа, Кёниг-то до России далеко, а мы вот белорусы близко, нам земли не хватает, просто дай нам это... Слышал же, да, Лукашенко? Калининград опять под юрисдикцию Беларуси. Все хотят откапать кусочки.
Картошку некуда сажать, что ли? Че, уже? Да. Че, приехали? Все, на 140-150 там все. Че, куда атаковать-то? Да погнали еще посмотрим на карту, мне понравилось, покатаемся. Метку на нас поставьте. Ну, где-то мы вот тут, плюс-минус, там, вдоль линии белой. Где Паша с моим снарядом? Будешь рядом со мной держаться. Ладно, я пойду вниз с горы, короче, посмотрю, что там. Не надо мне в лицо тыкать этой палкой. Стрелялка. Не бойся. Да. Кочегар. Да. Что? Ну и чё, мы идём, Аздоник, или тут сидим? Погнали. Полетели. Ты так собираешься бежать, что-то? На взлет. Ты мне талибы напоминаешь так. Так, Фрайс, ты где пошел? На ИС. На ИС? Давай, ты можешь поменять. Да. Просмотр Фрайс, идея сделать по мотивам жмурки в фильме. Вот, ну, хочешь, сделаю. Но вот Банзай говорит, что пистолеты стали это, не убивать людей. Поэтому как бы. У нас будет пейнтбольная постановка, попали в умер. А, да, просто пропиши там какую-нибудь хрень, чтобы это увеличить урон пистолета в рамках. Ага, будете спамить в ПМ, короче, патроны от М. Вот. А лучше от М107, чем наверняка. А то и от М109 такая пафанная. Вообще. Прости, бинокль. Причем даже не прокомментировал. А мы давно играли в разборки в Черногорске? Давно, очень давно. Там минуту команду переделать, потому что там 3 человека в этом, хотя бы в 2 или в 1 надо сделать. В смысле? Там типа 3 человека должно быть. Не-не-не, один, одного достаточно. Не-е-е. Да. Когда только один человек, когда она рубится, короче, только тогда не остается никого внутри бара. Хоть один есть, все равно. Без Б. Давай, если я выигрываю, мы играем всегда за синих. Все остальные играем. Нет, я не согласен до сих пор. Ну а Здарик, ты же уверен, что все это правда. Не, я не уверен на 100%. Огонь свободный? Конечно. Только предупреди, где человек видишь, что у меня в прошлый раз такие, блин. Ну на метке прайс. Да, стреляй. Только убей. Да, блин, далеко, не знаю. Тогда не стреляй, зачем? Хорошо. Подойди ближе, будешь уверен, стреляй. Я, короче, пойду зачекаю кирпичный красный дом. Если пропаду, то меняй частоту. А я тоже к красному дому продвигаюсь. Если пропадешь, сдать им бюро находок? Забудь о том, что
он существовал, все замены. Нормально, что не вижу чуть-чуть зуб. Я еще одну метку поставил, я не понимаю, там то ли человек за елкой, то ли это может быть как-то. Азуник, что делает посреди болота шкаф? Может быть, это шкаф. Где ты видишь? Шкаф. Что? 120. Что вы видите, да, это шкаф. По-моему, это от себя сильно от лора. Ты только на шопы перейди. Ну, чтобы он на шопы. Мне так нравится местный элемент. Может быть, это не амбет, кто издает эти звуки. Это поставленный объект там. Да, я знаю. Эффект. Что, красный дом зачекал? Да нет, еще пока посмотрю, может, кого увижу в окнах. А, вижу, ты подходишь, да, к нему? Я выше по склону, лежу, смотрю в окна, пока никого там не видел, никакого движения. Че, Паша, прикрой? Ну, да. Паша, единственный доктор идет на штурм. С моей стороны никого не видно со склона в окнах. Я могу гранату кинуть. Раздоник, можешь гранату в комнату? Конечно, ты нас спали. А что, тактически с двух сторон забежим? Гранаты надо. Вижу под елкой кто-то ползает. Белая рубашка. На метке прайс это давно. Раздоник, на 180 от нас в елках. Запомнил прайс где ставил. Не знаю. Да. Да, 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 где прайс ставил. Могу, в принципе, из гушака стрельнуть по нему. А вы забеги, два тела, там два тела, там в елках два тела вижу. В этих елках, где прайс поставил метки, там... В дом а можно заходить? А насколько далеко от дома? Сейчас. Вот на другом конце триггера. Я около кучи, где вот кто-то там с этим. Ой, прямо перед нами. Паша, ну-ка, можешь подавить его? Прямо за нашей... А вы беги нафиг, беги. Будет-то. Прямо перед нами следующий куча врага. Я видел, как он перешагнул на другую сторону. Это, видимо, он уже. Сейчас будет. Кто-то побежал аккуратнее. Слева справа. Это там убежал. В этот был простяжку. По кому-то сейчас бью несу.
что теперь курсим туда мы грабим? Я обхожу справа. Он прячет за кучу перед желтым домом. Бегу прямо. Справа. Он там пока на меня лёгся, попробуйте. Меня. Домик так и заминировали. Ай. Ай. Фига. Домик не кинул. Отбегаю, меня пуля подлетает. Окей. Меня взорвал Тейборн, видимо. Похоже. Печалька, печалька. А что не понимаю, почему у меня перки убили? Ой, Азгоника убили. Убили? Кочегар, кто еще тебя мог убить? Че у меня это PRQ белый? Ну я и говорю, у меня тоже белый. Потому что Азоник плохо лутать. Вот, не стал бы, было все нормально. Хотя он. Кого ты убил? Бля. Паш, куда ты? Нет, я смотри, я стою, отбегаю, меня прям. Ты меня зовут кочегаровская. Я когда успел, ну, кто-то дом начал пластидом взрывать, а я в доме был. А, блин, я, кстати, взрыватель какой-то нашел. Вот я как раз что сидел там, я не лутал, я взрыватель пытался взять. Там же можно взрыватель взять. Взял. Не успел. Зачем тебе этот взрыватель? Хотел свои взрывать? Так, ладно. Где детонатор? Перед одним, перед лицом одна бомба взорвалась, я сижу. Потом вторая бабах меня накрыла. Я думал, типа, снарягся пойдет, там весь дом упадет, ну нет. Да нет, его хорошо поломал. А там больше нет нигде взрывчатки? Есть, ну, типа толку от нее. Смотри, это, короче, вот эта будка для самоубийц, который там, с фанеры, ну, домик, все. Она не взорвется сейчас. Ну, это понятно. Я просто думаю, может, ты закладываешься еще раз внутрь? Или она внутри была? Она внутри была. Там, смотри, короче, дверь такая, вот, в двухэтажном домике. Типа сразу за дверь ее бросил, с одной стороны, с другой. Понятно. Надо посмотреть, там точки где-то есть, можно сломать одну вроде как. Полностью упал. Так, опять кто-то в вагон лезет. Прась не дает покоя вагон. Угу. Там один человек хотел залезть в вагон, я сказал, блин, не залази, там Паша сразу палит. Сразу сдаю, да? Сразу сдаю. Знаю, как это бесполезно, вот он дом висит просто. Уже он бесшумный стал. Особенно хидека в полный рост. Да нормально. Да? Я пытаюсь вот такое одел. Нет, не увидел. Его все равно никто не увидит. Кстати, кто там в елках был на юге? Вообще видно вас было вообще. Или их еще не убило?
По-моему, это PRQ не встанет уже. Ну, его сильно ранил. А сколько там времени дается? Да, я не помню. Ну, кстати, после патча лага действительно меньше стало. Ну, зато с оружием, короче, на прошлой миссии у меня был РПК, и просто к нему не подходили патроны. А что случилось с ним? Да, не знаю, просто... Они просто не заряжались. А, ясно. То есть они магазины не прописали. Бедный Прайс уже устал. Ладно, короче, давай, я все, я ливаю. Давай. Прайса нашивка МЧР. Прайс не видел сейчас обе. Ага, сейчас кто-то сольется. Обе. Или Прайс? Прайс это елочка, не знаю. Он куда смотрит тебе? Не, прям на него вышел, идеально. Ага, ага. Прайс покажет. Наверное. Прайс покажет. О! Прайс железная голова, смотри на это. Смотрите. Ага, да-да-да. Что это было? Это, блин, я не знаю как. Что это за 4? Это железная голова, это золочка. Всё, бан тратил за использование читов. Кошмар. Это все видели? Да, это все видели. Прайсу бан пишите. Так он бы тебя и так убил, если бы еще не АФКшил. Он еще, по-моему, АФКшил. Или просто троллил тебя, потому что у него была елочка непростреливая, не знаю. Да, да. Какая елочка? Прям в лицо ему, да, стрелял? Сквозь него стрелял. Ну, когда надо кинуть, я не знаю. Бред. Ну. А у тебя калаш был тоже, да? Да. У меня абсолютно два самолета было. Кошмар какой-то. Просто бред. Железное лицо. Да он весь железный. Наверное. Понимаешь, тебе не дала сама сила больше убить мента. А может он сворачивался, и когда игрок свернутый, убить нельзя? Он разворачивается и меня сразу гасит. Да, да, да. Вот Прайс, вот четырюга.
Не, ну зону, конечно, большую. Че? Зона, конечно, большая, ну. Она реально большая. Не, здесь спрятаться негде. Именно, да. Нифига себе спрятаться негде. Черные елки, Паша, надо. Эти елки все. У меня не под елкой лежал, меня видно, видели, не знаю, с горы километров с лишним. А сколько времени дают? Это вот. Много, тут очень много времени. Вот он-то и там. Ну, я вот и думаю, может быть, что. Да, вот времени не надо, было. Зона да, большая. Сиделок не было, то есть с большой зоны, там 30 минут дать вообще законно. Так это человек мало было, если больше там. Не знаю. Да, все равно нормально. С такими. Фу, пошел я. Давай. Фу. И пиши жалобу на проекты на щиты. Да-да. Че, он бил? Вон. Ему в лицо стреляли с упора, а ему пофиг, знаешь, такие пыль тут с ним проходит. Возможно. Потом Прайс очнулся. Там вернее, подошел к компьютеру. Стали по нему стрелять. Даже не ранен. Все, Паша, иди смотри логи, он там что-то явно водил через логи. Эти экзик какие-нибудь там, ремоут. Какой там чит, помнишь, на КС какая-то фигня была, помнишь? Консоли водишь. СВ чит. Ладно, нет. Нет, нет, нет. Я уже не помню. Импульс S1. Какая-то тема ходили, какого-то. А, этого, как вам? Маркелова обвиняли. Использование этого чита. Кто такой Маркелов? Я тоже не знаю, я просто как-то сидел, читал. ВКонтакте там написано было. Все. Ну то, что елки стали вообще железобетонными, это точно. Пошлите в одному третью играть, да, всё. Нет, такие же. Я вчера вот не поиграл в одному третью, давайте прямо сейчас пойдем играть. Там елки нормальные. Там елки не спасают, все. Паш, пошли. А Доник, когда арма третья? Когда обнова на 2 будет, Паш. Ты смотрел с Эйсом? А? С Эйсом, в смысле РФС, но пока да. Еще нет, я пока именно сам РХС и пробовал эти, ну короче, со статикой связанные. В смысле, что удалить, короче, смотри. Ты паркур убил? В смысле паркур? Ну там же выходила какая-то новая версия. Паркур. А, ну да. Или ее не, по-моему, не сделали еще. Или есть, не знаю. Ой, Прайс. Давай быстрее. Качка раньше на нее, тон снайпер. Прайс ко мне пришел. Что так, по идее, Качгар там должен быть до этого. Угу. Вон, я там лежу рядом с Прайсом, блин. Такой вижу, короче. Такой, я шел кстати назад. Да иду спиной, и мне сразу прилетает спортсмен по Чикаровску. Блин, вообще как-то нечестно, не очень. Эти елки какие-то вообще не очень, эти елки, блин, они какие-то. У них всего 4, а не 8 этих лепестков нижних, как назвать. Тут что-то не прятаться не очень. Под большими. Ой. Еще был утаты. Что там у нее? ПЦОшка, М24, калаш еще, по-моему, надо. Кстати, что прикольно, в принципе, моделька это, ну, винта довольно приятная. Если говорить о других. Мыло, одно мыло. У меня. У меня даже герб на его. В голове выглядит как, знаешь, такая просто круг с двумя штучками, и все. Это мяч. Я говорю, приятная моделька. Как у мента. Я думаю, может им какой-нибудь квадрат написать? В смысле? А, понял. Район. Охотитесь в центр, напиши. Ну это слишком.
Хотя он совсем точный. Нет, он достаточно точный, был центр сказать там в том районе. Незнайка обидится. Это вообще далеко от Незнайки. Через вообще. Квадрат. Хидего. Он вообще 103-167 и в углу его в нижнем. Ну согласен, вообще. Ну я куда тогда дал? Я дал 102-66 вверху, да, рандом. Ладно. Это 20 метров от Хидега. Сейчас такой Хидега да. Назад, так выражаю, где ему в спину заходит, и бывает. И не себя, короче, проклинает. Ну смотри, он уже свернулся, спишет Паша вам. По-моему, вообще прайсник побежит. У них и с картой проблемы. Вообще, сначала вверх, а потом... вправо. Куда? Чё, не всегда со стороны, я не снимаю. Сейчас есть квадрат. Можно сделать. Может, первый они считают, который слева? Нормально все шло. Это какой-то магической цифры, походу, нажал. Не, ну прайс понятно, он, видно, по поле не хочет идти. Он лесочком пошел. Так, чем горячо. Не знаю, кто засветился. Там за Незнайка, короче, картинка, по-моему, за особенности нацеленная на неохоту. Это картина сама гдапонистая, что есть. Действительно сама гдапонистая. Ладно, насчет модельки прайс я оговорился, посмотрите на эти, как его... Кого? Блин, наручники. Где? У прайс. Картинка. Татушку надел. То есть как бы радио, да, они это тренинг, да, а это не... Даже пистолет вам есть. Нарисованный тоже. Он, по-моему, в ноге у него тот чит. Он передвигается. Пистолет разве не рисован? Блин, нормально. Да. Какой-то игрушечный полицейский. Я такой сейчас... Сколько у него звезд на погонах? Или что у него? У него герб Черноруси довольно странноват. Так, сейчас, по-моему, Хидего сольется. Ладно. Если он так будет бегать. Но он так всю игру бегает вообще-то. Зайка. А, он решил посмотреть, что за 126, ясно. Место встреч. И чё, да? Да. И где враги? Получить. Еще раз меня лутают, они что, все меня лутают? Вот я не понимаю. Этот уже забрал калаш прайфик, ты забрал. А то есть они же обмен пошел, да? Да, это знаешь, как передают пакет, так он оставляет где-то. Да. Кстати, блин, я такой белый был, мне не спалить было сложно. И все. Напиши, не знаю, вот так и 5 минут, чтобы они хоть что-то сделали. 2-3, все, вот так. Ой, они сейчас, смотри, они там, блин, на обходы практически.
Угу. Ну, он вроде движется. Сколько здесь времени? Неизвестно. Вот там еще было, есть живой, в принципе. Вот Прайса может могу нам напугать. В смысле? А скажет, что вот. Да. Ну он, да, же. Он уже проверял его. Да, он уже знает, что такое вагон. И он не захочет идти по полю и начнет обратно идти по лесу. Вот. Нет, так, потому что если он не будет действовать, будет план вагон. Как там вот прицела смотреть? Первого лица, ну там прицел сами включишь. Там вроде может как-то с шипом с прицелом. Да? Пробел нажми. Или это... Пробел нажми. Нажал. Я сейчас напишу ебугу, атака на севере, оборона на юге. То есть от первого лица нажми пробел. Только там ни приближения нету, если что. Смысл тогда? Вот именно, там можно, не знаю, вот. Нет, же перекрести. Не знаки видеть. Вот нам не знаю, как перевести, вот так нормально. Вот такое приближение максимально надо, Паш. Угу. На всех снайперках. Чел, не знаю, как своего убить. Инфосот. Не, он контролируется. Себя? Да. Когда. А, дом минер. Да Косюка смотрит, что за 102-66. Живись, посмотрел квадрат, ничего там нету. Ой, по хидега стреляют. Кто это был? Разве стрелял? Я слышу, пуля упала. Это наш незнак. А. Если не слышал ничего, я выстрел не слышал, да, что это уже не знаю. Дега принял это как вызов. Они до сих пор бегают. Да. А может, было 45 минут и все в порядке? Серьезно, Хидега! Трактор. Шарик себе не доделал. Решил свой. Да. Сынок, Петр. Он там еще и переговаривается. А чё, ему все равно. Сейчас в голову словит. Нет. Да. Чё, он дальше поехал? На 3-4. Ой, словил. Одну точно словил. Блин, тракторист. Это просто скучно стало человека. А что, он не стоял? Окей. Нет. Только ранее. Не знаю, как уже, по идее, должен Прайса увидеть. Mm-hmm. Хотя без оптики сложно, mm-hmm. конечно. А вот Прайс не смотрит на него зря. Мог бы вообще легко его. Ну, дом, наверное, не считает. Важно. Кто-то ему написал, я решил посмотреть. О, смотрит, нет. Минерка высовывается, значит, а нет. А, он вообще спрятался сейчас. Я понял, просто. Он тяжелый.
И Крайса. Не знаю, как зима. Пал. Неожиданно, да? Как он? Угу. Оба без сознания. Достался. И Хидега тоже. Напиши прямо вот лично Кочегару. Пусть идет ближе к войне. Слышишь, пусть бежит полный рост? Да. Кричим, вот атака и рост. Так, кто первый? Прайс начнется? Там по идее... Только что-то он бежит в другую сторону, я не знаю. Должен был быть. Так, Хидега очнулся. Прайс нет. Ноги спасли. Ног. Ему Прайс ногу добивал. О, Прайс очнулся. Угу. Хидега уже получился. Слушай, там вот этот домик, он в Хадябине, что ли, вот в Хидябине? Да. Там, вот смотри, что внутри стоит там, или смотри, там еще да. стоит. Ну нет, дверь это открывается, нет? Какой домик? Да, это же на Кельме тот же самый домик есть, на ДМ-чике. А, вот этот в Хадябине он открывается. Фанера. Да вон, залети, эта камера, видишь, там даже внутри. Да видишь, это не помню. Там не вот даже мина стоит, вы видишь, мина стоит в этой ящике? Незнайку? Угу. Сейчас Прайс будет его пасти до последнего, пока он не покажется в дверях. Нет, уже не 45 минут. Ничего, 70 минут, ладно, 90, сколько надо длится, я уже не знаю, подождем. Зато какой у них там экшен ходит сейчас. Так. Опа, в голову. Хидега, тебе стало скучно, ты решил покататься на тракторе, скажи. Что говоришь? Тебе стало скучно, ты решил покататься на тракторе? Нет, у нас все по тактику было. Я ездил, а... Кто почти там? Сработал. Да, нет, а он вычислял. Он... Ну, ранили один раз. Прайс такие ранения, как будто там зверь какой-то рвал. Ну все, теперь уже так. Ну все, остался же штурмовик, все. Все, Незнайка закрылся и накопался. Да. Это ты на меня квадрат, что ли, давал? Паша? Да рядом, я там вообще не давал, рядом. 20 метров, слушай, это не могу указать, 20 метров. Не, вот сразу Паша понял решил... то, что они с юга идут, но что-то не видно их было. Возможно, потому что они оба были с М24-ми и сидели кемперили. Ой, все правит бежит. Ой, дикий прайс. Ой, сейчас тиксуды будут проваливаться. Потому что тут тиксуды проваливаются. Это шарма. Сейчас же пиздец. Не знаю, кто такой с покерфейсом посидел такой. Выждал. В этом даже такие. Тут, по-моему, нигде не посмотреть. Разве что. Сейчас они, походу, окружат. Прям блицо. Амейзинг. Невероятно. Вот это жесть. Красава. Так, там же правильно хотели забанить, да? Я кролика убил.